Казанский федеральный университет с визитом прибыл посол Соединенных Штатов Америки в России Джон Хансман. Встречал гостя проректор по внешним связям КФУ Ленар Латыпов. Традиционный визит начался с экскурсии по музею истории КФУ. На ней американского политика ознакомили с историей университета. После экскурсии состоялась встреча с руководством, в составе которого проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский и презентация Казанского федерального университета. Я бы хотел тепло поприветствовать от лица американского народа Казанский университет, весь преподавательский состав и студентов. Это один из великих университетов из тех, которые я посетил. И для нас большая честь продолжить сотрудничество по существующим программам. Я бы хотел поблагодарить университет за прием и пожелать всего наилучшего. Гости ознакомились с научной и образовательной деятельностью вуза, а также его стратегическими партнерами. На сегодняшний день Казанский федеральный университет сотрудничает с 6 государственными университетами США, штатов Колорадо, Аризона, Северная Каролина, Индиана, Мичиган и Нью-Йорк. Артем Тупичкин, Олег Кашин, Роман Самарин, Универньюз.